Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы продолжаем нашу беседу. Вроде на месте. Сегодня мы зачистим хижину ведьмы. И убьем банан. Один раз не идем кабана и сходим к фее. Если мы наберем 8-й левел. Кстати, нам тут потребуется защита от электричества против дурацких ядов. Защита от яда против проклятых червяков. Давайте тогда сразу поставим. Так-то разделась. I know what to do. Еще я думаю, что, короче, поставим еще один щиточек, чтобы кидать, чтобы не работали магические стрелочки. Ready for anything. Все хорошо. Тут у меня... Что такое, девчонка? Ты чего тут успокоишься? Ты чего делаешь? Давай, слезай. Слезай, слезай. Девчонка что-то... Попутала. Focus on the goal. Давайте подспом.
А, вот этот. Этот пресс. Наши дурацкие огоньки. Так. Давай сразу. Отключай песенку. Дурацкие огоньки убиты. Я в реальном времени я тут буду играть, потому что бои довольно бестолковые. Надо мне кидать пулом, чтобы она не уходила в упор, потому что у нее нет брони, и мне лень ее обкастовывать. Так, пойдемте убьем червяков. Отлично, червяки убиты. Так, проверка воли, насколько я помню. Мы проиграли. И что такое? Ну чё тут плохо, да? Придётся за ним бежать. Это потому что на мне не было этой фигни, да? Ну да. Терекуду убивать по полчаса. Короче, все. Ты. Давай хасту. И давай вторую песенку. Поехали. Ой, чтобы я еще раз с кем-то играл в реальном времени. Просто кошмар какой-то. Они опять все упали. Слава богу, вы справились, ребята. Я вас поздравляю, пойдемте сдадим монеты этому дураку. Где этот дурак-то? Призрак, ку-ку, ты где? Снизу что-то пробует.
А, я не поднял эту фигню с них, да? Вот, короче. Хватит страдать фигней аркадной. Хватит, не, блин, буду бежать. Черт возьми, почему кабаны, откуда? Кабан, пощади. Бабуля. Бабуля может нам напихать, если мы не будем аккуратны. Конечно, полная помойка это локацию зачищать заново. Неоткуда этим заниматься, если честно. Куда? Куда вы пошли? Тем более, что большую часть времени я просто кидаю, короче, папочки.
чем... Не работают две. Не работают. Magical Vestamont, Armor. Ну, короче, бафы есть, но из-за того, что они одинаковые. Да. Ладно. Ну, не суть. I am yours to command. Кстати, можно попробовать кинуть метамагию, допустим. И в это магическое облачение, и сделать его каким-то там повышенным. Вроде. Не будем мы кидать камень в окошко. Бабуля может рассердиться. Говорит, ну, самое. Хочет, чтобы я сначала квестик сделал. Пойдем. Дает тут, по-моему, ничего полезного. Ладно, пойдемте убьем деревяшку. У меня же есть тащика, я такие. Пойдемте сдадим квестик на принцессу и потом сходим сберем траву. Короче, слизняков и волчков трогать не будем, потому что мы их уже убивали, а вот этих вот мы всех не убивали. Будет нечестно. Пожалуйста, вот эту фигню. That is
not far. Привет. Так, заклинатки заканчиваются, да? К счастью, бомбочки уже тоже закончились, поэтому там еще червячок один встроенный. Давайте мы его аккуратненько пахнем. Интересно, масло нам не работает. Не особо, да? Да уж. Это было немножко опасно. Я что-то расслабился, а локация это не самая легкая. Не, короче, вторую пачку червяков я без заклинаций и бомб нафиг не буду. Потом сейчас пиляемся, потом убьем червяков. Сделаем себе защиту от яда, кислоты. Спокойненько лафаром. Как ты? 45 дней, да ну нафиг. 5 дней тебя. 5 дней за это платить. Так, что мы сейчас делаем?
А мы сейчас собираем травку и убиваем вот это вот барахло, которое там. Где травка? Где-то тут туда. Так. Травку нужно зафейлить, поэтому... Пусть меня фейлить. И еще куда не шло. Блин, может не бафаться мне? Может быть мы так сберем травку? Я забыл, что если... Чек песенку. Огненный шар. Не сработал. Так, а тут у нее повера так. Она типа. Армор, шилд, фокус, шилд вол я взял. Так, мне сейчас нужно будет а вот фланг взять. Короче. Там да. Пусть я уже. Так, у тебя есть молния там какая-нибудь? А что ты можешь сделать? Чего? Let's try this.
кажется, что ему понятно. Вот так. Так. Нет. Это может по нам попасть. Что страшного? Пойдемте сейчас собирать травку. А, в пристанке. Я что-то на секундочку аж перенервничал. Думал, что он сейчас меня в мейн как плюнет. Сломалось, почему они такие легкие? Вроде нечестный режим. Ну что-то враги вообще ничего не делают. Очень мне это странно. То есть так не должно быть. Враги должны что-то делать. А по факту я просто бегаю и, короче, вырезаю. Так. Херпс. Бумбери. Дизисет, вот дизисет мне нужно искать. Видишь, дизисет? Вот это тут должен быть. Ну. Оп. Наш пас, а еще. Ну. Вот где лягухи, где чеки. Ну еще одна, ну давай. I've discovered something interesting. Спаки. A trivial matter. Так, что это попросло? А, это перчатки, которые не дают мне ничего. Ну, эти сисет нашелся. Пойдемте сдавать квесты бабуле. Может, мы с ней что-то купим. И пойдем уже убивать этого кабана. Не уверен насчет феи. Понял. На табле. Блумбери 4 штуки. Дизисет. А, у меня только 2. Это я чё, облажался что ли с квестом? Это чё? А мне природа 20.
чё, и всё, больше нету этих грибов? Ну, капец. Что я могу сказать? Очень жаль. Ладно. Раз квест мы не сделали, давайте убьем этих самых. Зовут там. Песенки мои. Бумочек тоже осталось 8 штук. Если мы кинем и что творится, давай ты куда-нибудь разбежишь, чтобы тетка могла подняться и начать раздавать. Ты чё ты в неё лупишь-то? Чё себе он попал? Помажешь, я даже не сомневался. Господам. Солухом я не пойду. Всем уважение, конечно. Это лучше убьем свинью. По-моему, гриб можно купить на торговом посту Олега или где-то еще. Все как видим. I am your friend.
Не помню, чем кидается Ходак. I am yours to command. Вряд ли чем-то приятным. No mistakes. Together we are unstoppable. I am prepared. Так, ложную жизнь. Да, давай. Давай хаску. Сюда. Марева. Готов будет. Куда ты? Най, сделаем. Там всегда не уж турочка. Там он такой большой и страшный. Ты на него только посмотри. А да. Восьмой уровень, 32 силы. Что-то какой-то... Короче, Ходак как плавалось, вообще не страшный. А ведь он мог бы быть страшным. То есть... Вот смотри, что творит, а? Пошел я убивать, вот же мразь. Мы себя чуть напугаем. Done with waiting. Follow my path. Что-то как-то. Вот что-то нашли. Сюда. All according to plan. Думаю, меня хватает, чтобы собрать народ, да? Экспак пока вообще не идет, даже близко. Значит, тут бродить вообще небезопасно, если чё. Так, фея, говорят, не пришла. Фокус on the goal. Может, не обсасывается? Ну, что-то... Надо, короче, мод себе поставить на этом косту. Капец, напрягает. Я забываю уже что-то прожимать. Как сделать? Если этот увлекательный геймплей. По-моему, огнем кидаются.
можно электричество, но это не то. Все, короче, больше не буду кастовать, мне надоело. Выбрую надежду и все. Trivial matter. That was easy. Done. Делаем проверки. Если что, сбежать. Так, тут нужен красный колпак тебе. Еще вроде как ловушка какая-то была дурацкая. Нет? Нету красных колпаков. Мантовка от Грасса у меня есть. Нету, да? У меня две подки невидимости есть. Да. Очень интересно. И бежим.
Короче, получается, зря только отбафался, да? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ка, кыш. Кыш от меня. Подумай-ка. Пока-пока. Четыре дня. Так, ладно, вернемся в столицу, на этом закончим сегодня. Посмотрим, может, кто что принес. Оп. Так, что он за барахло к мне привез? Так, бар-акс. Одноручный топор. Делает дополнительных 9 дамагов. Ну и помойка. Я расслабился. That is not far. Ничего не хочет меня собирать. Так, пойдемте в таверну. Спасибо. Так, все. А где моя GTL? А это что такое? Что это такое? The Hunt. Ничего себе. Неплохо.
Давайте отлетелки дадим. Неплохой артефактик нашли. Стейл не видно. Подозреваю, что этот квест мы уже не сделаем никогда. Ладно, ребят. Всем спасибо. До скорых встреч. Мне пора гулять своих девчонок. Пока-пока.